Это машины. Почему я постоянно уже 300 раз говорю, что машины, поля, которые находятся в Владимирском районе, подлежат к Египту, на одному депутату, и никто и слова никогда не говорит. Потому что я сегодня говорю, что 140 машин через область входит, принадлежат к Египту, и никто ничего не говорит, они даже не знают, что нужно через весы проезжать. И никто их не заставляет. Вот вопрос где. Если мы говорим, что закон действует, он действует должен для всех. И если он будет действовать для всех одинаково, в равной степени, и его будет выполнять, и инспекция будет выполнять, и автоинспекция будет выполнять, и дорожная инспекция, тогда и автомобильная, тогда не будет просто. Мы не будем собираться. А если существует бизнес, который есть, я проехал и через весовую проехал, заплатил, не кэшем, а через карточку заплатил, или в кассу сдал деньги, и нету рядом поборов нету. Почему там стоит гаишник и почему он видит, что машина одна пролетает, а он поворачивается в голову, даже не контролирует ее, даже голову отворачивает. И почему сегодня те машины, которые... Вот где вопросы. И никто на этот вопрос мне сегодня не хочет дать ответ. А теперь по порядку, пожалуйста, вопрос. По одному...